Сегодня у меня есть желание сделать очень простой рецепт. Вот скажу вам честно, я не люблю готовку. Не люблю стоять у плиты, терять время, когда что-то сложное, много ингредиентов. Тратится очень много драгоценного времени, которое я бы лучше использовала на какие-нибудь более интересные дела. Поэтому сегодня очень простой рецепт, который будет состоять только из протеина и... Пробуйте угадать, что будет вторым ингредиентом, учитывая, что на мне сегодня красная косыночка. Ну, догадались? Ну, конечно же, это клубничка. У нас сегодня рецепт клубнично-протеинового коктейля. Все очень просто. Берем порцию клубники, можно свежей, можно замороженной. Берем наш протеин. Берем блендер и смешиваем в блендере протеин с клубникой и теплой водой. Пропорции посмотрите, пожалуйста, внизу в описании к этому видео. Друзья, если кто-то из вас точно такой же минималист в питании, как и я, то я вам точно говорю, что это вам очень понравится. Во-первых, это вкусно. Это совершенно не напрягает пищеварительную систему, и после такой еды вы не чувствуете разбитости, усталости. Вам не хочется лежать, вам не хочется спать, а есть желание двигаться, что-то делать, творить, в общем, быть очень-очень активным. Для меня это вот и есть настоящая еда. Здесь есть все. Здесь белки, жиры, углеводы и даже клетчатка. Что еще нужно для полноценного здорового питания? Вместо клубники можно взять и чернику, и вишню, и любые другие ягоды, которые вам нравятся. И вместе с протеином это будет вот такое классное сочетание и очень здоровая еда.